Инвестиции в основной капитал в Якутии за 10 месяцев превысили на 21,5%. По данным Сахастата, динамика инвестиций в основной капитал за 10 месяцев этого года существенно превышает прошлогодний уровень. По предварительным данным мониторинга основных показателей социально-экономического развития региона, за январь-октябрь месяц сумма инвестиций в основной капитал превысила 198,5 миллиарда. Из них инвестиции за октябрь составили около 18 миллиардов рублей. Основная доля капиталовложений приходится на предприятия, занятые в сфере добычи полезных ископаемых, транспорта и связи.